Весь ассортимент вензелинского завода керамзитового гравия в один стенд, конечно, не уместить. Компания на рынке с начала 80-х годов и давно заслужила доверие строителей. Сегодня завод презентует новинку. Это пазогребневый блок. Еще прибавили 4 номинования. То есть высотой 240 мм и толщиной стены 300 мм. И стандартный блок высотой 188 мм. Эти блоки отличают высокие, отличные качества по тепловой защите. Особая форма блоков сводит теплопотери до минимума. В основе только натуральные материалы, никаких примесей. Тепло, экологично и, главное, долговечно. На заводе можно заказать все для строительства, от фундамента до кровли. Работает арматурный цех, две линии производства бетона. Здесь же изготавливают ворота, брусчатку и стильные элементы декора. Семья Шабалиных как раз в поисках подходящих материалов. Мечтают о даче. Это самое интересное, я считаю, для любого покупателя. То есть пришли сразу, вам весь комплекс услуг предоставили, и вы доверились уже профессионалам. Я считаю, в одном месте это гораздо удобнее и дешевле. Готовы на заводе разработать и дизайн-проект будущего жилья. Над этим трудится целый отдел проектировщиков. С 1 ноября у нас вступает акция «Покупай зимой и забирай летом». Но это будет, мы скидки также, довольно приличные скидки будут на всю продукцию, которую мы выпускаем. А это значит, что работать с вензелинским заводом керамзитового гравия не только просто, но и выгодно. Яна Пелиховская, Евгений Проскуряков, Тюменское время.